расставшийся с молодой женой Краско, разоблачил шоу Шепелева. Актер сделал признание по поводу его отношений с Юлией Кичемасовой. Похоже, тех зрителей, которые любят копаться в грязном белье известных людей, ждет разочарование. Оказалось, что война Натальи Шевель, официальной жены 88-летнего актера Ивана Краско, и некой Юлии Кичемасовой, которая называет себя новой возлюбленной знаменитости, придумана редакторами шоу Дмитрия Шепелева. Дело в том, что оба главных фигуранта громкой истории почти одновременно решили разоблачить самих себя и популярную программу Первого канала. Первое громкое заявление сделала Кичемасова, предложившая за гонорар дать интервью о том, что ее отношения со звездой советского кино – выдумка телевизионщиков. А следом за мнимой любовницей заговорил и сам Иван Иванович, который, похоже, так устал от этого шоу, что даже не явился на очередной эфир. Краско подтвердил, что никаких отношений с Кичемасовой у него нет, и публике подсунули неумело срежиссированный спектакль. По его словам, с Юлей они впервые встретились на съемках у Шепелева. Он согласился подыграть авторам программы, но остался крайне недоволен результатом, и поэтому решил рассказать об этом своим поклонникам. Отметим, что это не первый случай, когда отработанная схема раскрутки подобных историй дает сбой. То же самое сейчас происходит с предполагаемым романом Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина. Красивая сказка о двух измученных сердцах, нашедших друг друга, разрушена Илиной Мазер, рассказавшей, сколько парочки заплатили за шуры-муры на потеху толпе. А сенсацию от Андрея Малахова о беременности бывшей проститутки от певца Александра Серова обесценили пожелавшие остаться неизвестными сотрудники телевидения, заявив, что музыкант об этой своей любовнице никогда раньше и не слышал, а согласился на участие в шоу за приличное вознаграждение. Вот таким образом рождаются сенсации. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!